Всем привет, с вами Анвей, и в данном видео я покажу, как выполнить новую квест-механику, называется «Энергетический кризис». Нам нужно найти и пометить группу цистерн, а также найти и пометить три бензовоза. Запасаемся четырьмя маркерами, которые можно купить у прапора. Все четыре цистерна и три бензоновоза находятся у нас на промышленной территории. Ну и мы, собственно, туда движемся. Итак, сразу по основной дороге, точнее даже за мостом, где переход между зоной отдыха и промышленной зоной, у нас сразу встречает цистерну. Мы ее берем и помечаем. Продолжаем идти за следующей цистерной. Она находится у нас возле третьего здания водоканала. На промышленной территории у нас находится три здания водоканала. Первое, второе, третье. Нам, разумеется, нужен третий. И здесь нас встречает этот второй бензовоз. Продолжаем идти к третьему бензовозу. За вторым зданием водоканала на разгрузочной территории у нас находится третий бензовоз. Мы его помещаем. И нам остается найти цистерны. Пометим группу цистерн. Она у нас уже видно ее. Она находится перед нами. Недалеко от третьей. Возможно, первый или второй. Бежим. Помечаем. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось данное видео или было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.